Люберцы присоединились к афанасьевским чтениям. В 16-й раз конференция объединила на площадке Российского государственного социального университета ведущих специалистов в области социального управления. За их дискуссией наблюдала Дарья Борисова. Социально ориентированное управление в решении вопросов современной социальной политики России. Именно так звучала тема 16-х афанасьевских чтений. РГСУ ежегодно проводит такие встречи не случайно. В дискуссии участники конференции ищут новые подходы к решению вопросов государственного и муниципального управления. Сегодняшняя ситуация, востребованность темы социального управления, изучение, она огромная. Огромная, потому что куда ни возьмись, и вопросы национальных проектов, и демографии, и здравоохранения, и культуры, и спорта, и развития темы производительности труда, и так далее, они, конечно же, не могут быть решены без эффективных подходов социологии управления. Участником афанасьевских чтений стала председатель комиссии по миграционной политике Люберецкой общественной палаты Екатерина Дегтярева. В своем докладе она осветила методы, с помощью которых власть Подмосковья предотвращает межэтнические конфликты. Так, это фестиваль национальных культур Подмосковья «Территория дружбы», премия «Наши Подмосковья» и законы о некоммерческих организациях. НКО, осуществляющий деятельность по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, по профилактике экстремизма, признаны социально ориентированными на территории Московской области и, соответственно, могут получать соответствующие гранты. Афанасьевские чтения – это взаимовыгодное сотрудничество между РГСУ и специалистами. В докладах участников руководители университета черпают идеи для будущих исследований и проектов. В свою очередь, специалисты присматриваются к учебному заведению как к потенциальному партнеру. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.